Карапуз представляет. Привет, друзья! И как мы обещали, сегодня у нас гонки! Наша королева, естественно, участвует и не просто участвует, а будет судить и выявлять победителей. Посмотрите, сколько маков! Да они не вмещаются, они у нас в два ряда прямо. И здесь маки и участники. Наши любимые друзья с Radiator Springs. Профессор Ведра. Ну, в общем, куча. Куча огромная участников и, конечно, болельщиков. А участники сегодня вот такие. Посмотрите, друзья. Все участники с World Grand Prix. И главный победитель, естественно, получит премию и кубок кубков. Ну что, друзья, трасса у нас, как всегда, на месте. Здесь у нас вот такие вот замечательные метры. Один из них, на всякий случай, док. Нашу королеву охраняют огромное количество полиции. Наши шпионы вот здесь вот притаились. И тем не менее следят за всеми событиями. Трасса готова. Вот такой интересный трамплинчик у нас изготовили наши спонсоры. И мы, друзья, начинаем гонку! Поехали! We'll be right back.
Итак, друзья, как вы уже догадались, победил наш замечательный, непревзойденный Маквин. И мы все поздравляем нашего любимчика. Такие были гонки. Королева, которая участвовала в судействе, тоже очень осталась довольна гонками. И мы не прощаемся, говорим до скорой встречи, до новой гонки. Пока, друзья!